Приветствую всех, с вами Darkrai, и сегодня мы смотрим очередной 125 FPS Daily Cup номер 96. Сеточка у нас уже есть, я надеюсь, вы ее видите. Если не видите, скажите мне, пожалуйста. Добрый день. Здравствуй, Андрей Баф. Так, ну и что? Давайте сразу же посмотрим, кто у нас играет сегодня. И видим, что сегодня очень мало игроков. Связано это с тем, что слишком рано мы запустили турнир. Возможно, кто-то бы еще успел зарегистрироваться. Но все-таки есть у нас 8 игроков. Начинать будем сразу с 1-4. И давайте посмотрим. Это Evil, Play.ua, Mal, Blind, Agent, BuchQ, Arsenii и BZD. В принципе, довольно интересно будет посмотреть за играми БЗД, Агента, Эвила и Мала, конечно. Они как раз все встретятся в полуфиналах, а пока давайте сообразим, чтобы посмотреть нам уже сейчас. Так, сразу же начинаем с 1-4. Ну и что, какие предложения? Что смотрим? Сегодня будет интересно. Ну, в принципе, почему бы и нет? Мал, Эвил, Агент и БЗД. Как вы думаете, БЗД сможет что-то противопоставить Агенту-то? Давайте вот сразу же небольшое голосование. БЗД могет? Да. Нет. Я демон. Смотрим Мало. Думаете? Мал Блайнд. Ну, в принципе, да. Наверное, у них самый такой примерно одинаковый элло, поэтому давайте посмотрим, где у нас сейчас Мал. БЗД майот. 43% да, майот. И 29% демоны. Не без этого. Так, давайте посмотрим. Мал все еще играет практику. Так, сразу же посмотрим, какой у Элла Мал. У Мала Элла. 2200. Ну, в принципе, не так мало. И давайте посмотрим, где же сейчас Блайнд. Надо ему написать уже. Так, а Блайнда почему-то я не вижу онлайн. А, нет, вру, вижу. Сейчас попробую как-то, ну, напишу ему, посмотрим, откликнется или нет. На всякий случай зайду еще и в Мирк. Да, Блайнд ответил. Гопа мне на сервер. Ух ты, мне сразу же предлагает Андрей Баф сделать вид от второго игрока. Нет, мы все-таки будем разворачивать игру вот как-то так, когда будем наблюдать ее, потому что, ну, в маленьком окне как-то все равно не найс, согласитесь. Как у Тугуда. В принципе, можно, но нет, нельзя. У меня только один достаточно мощный компьютер, и то, чтобы тянуть, не самое лучшее разрешение, поэтому простите. Комп не потянет. Ну, в принципе, да, Ника прав. Блайнд спрашивает, с кем я играю? Мал, как бы. Так, ну что? Блайнд начинает сразу же с оскорблений. Зачем? Ну, во всяком случае, Блайнд в чем-то прав. Потому что в то время, как надо играть кап, Мал до сих пор практикуется. Так, надо, наверное, и Малу написать в приват, что как бы пора выходить. Но вряд ли Мал выйдет, потому что не хочет он просто так отдавать кусочки элла своего. Тут, кстати, в чатике ссылочку одну
дали на ВКонтакте какой-то фотоконкурс. И достаточно миленький котенок, поэтому, если кому-то не трудно, заходите, лайкайте, поможем человеку. Почему бы и нет? Ну вот опять же, Blind пишет, что ему к 7 на тренировку. Это значит, что осталось буквально 45 минут, а Мал тем временем все еще тренируется. Ну, Мал просто не пробиваем. Он не отвечает и продолжает играть. Поэтому давайте посмотрим, может, у нас что-то другое тут намечается. Evil Play UA, пожалуй, пропустим. Агент Бучки. В принципе, что здесь все ясно. Мал Блайнд было бы самое интересное, но Мал затягивает. Ну, давайте зайдем к БЗД пока. Давай тогда агента пишут. Давненько мы шарды не считали. Вы так думаете? Думаете, это интересно смотреть? Вот БЗД с Арсением играют Винсент Кип. Давненько не видели этой карты. Не знаю, к добру ли это. Я думаю, долго эта карта не задержится на в мап-листе, поэтому не знаю, стоит ли даже ее смотреть. И опять видим, что БЗД тут сидит один на серваке, поэтому без шансов. Просто нет другого выбора. Идем и смотрим за агентом. Так, а тем временем, тут 5 минут мы уже пропустили, давайте переключаться и будем начинать смотреть. У агента 15 фрагов, Бучки взял один, и сейчас, кстати, с одним хитпоинтом все еще живет, но вот, кстати, плохо он выскочил так на агента из телепорта. Самовар сзади. Cool story. Нет у меня самовара. Не обжился таким. Так, ладно. Я сейчас, кстати, простите, консоль еще подниму и напишу мало, что написал нам, когда будут начинать. Самовар не знаю, там стоит сверху кораблик. Если что, это не самовар. Так, кстати, да, как видим, инфострочку я все-таки убрал, поэтому, ну, наверное, без нее будет все-таки покрасивее. Что, агент потихоньку стоит, отстреливает красный, Бучки хоть пытается его как-то забрать. Ломится на агента зря, конечно. Так, ну что, досматриваем эту игру. Наверное, потому что Blind все еще молчит. Но хочу сказать, как только Blind напишет, что они с Малом будут начинать, сразу же переключимся туда. Так, ну что, не вовремя кончились ракеты у Бучки.
Хотя толку агент все равно был более отожженный, поэтому не факт, что там Бучки смогут что-то сделать. Хотя сейчас хорошо распаковывает агента, который был после Меги. И это как бы шанс, потому что меньше 100 хитпоинтов у агента. Вот не дать бы взять еще этот красный, было бы совсем хорошо. Блайнд пишет, у них еще и овертайм пошел. Да, мало, конечно, немножко трепет нервы Блайнду. Так, ладно, в итоге увидим тут форфейт от Бучки. Ну что, агент уже в полуфинале. Быстрее всех. Так, что, обновят? Нет. Агент обычно не затягивает, он сразу расставляет результаты. Так, давайте посмотрим еще, как, кстати, PlayUA мне писал. Надо спросить у него, они с Эйлом сыграли или нет. Кстати, да, тут пишет в чатике, агент обычно расставляет результаты до игры. Ну, в этом тоже есть какой-то смысл. Так, и, кстати, непонятно, почему с PlayUA до сих пор не сыграл Эвил. Да, что такое? Так, ладно, в итоге все равно проходим по серваку, там, где Блайнд сейчас. Потому что ничего более интересного мы сейчас не посмотрим до полуфиналов. Так, что тут? Мало наконец-то вроде как выиграл, да? Как я понимаю. Так, и я не понимаю, куда делся Блайнд уже. Тут же Блайнда не видно почему-то. Мало сидит на серваке, а вот Блайнд куда-то пропал. Пошел он куда-то на пустой сервер, не знаю зачем. И в итоге сервер выключили. Так, ну что, карта турнир 4. Интересная карта, но, увы, ее нет в маплисте. Здесь Блайнд уже ждет мало. Пишут, Play выиграл Эвила. Ох ты, да ладно. Эвил, видимо, не явился, и я не знаю, с чем это связано. Ладно, посмотрим. Дарк, не вешай рубахи на стул. У меня на самом деле там еще не заправленная постель, поэтому хороший ракурс. Выгодный для меня.
У Блайнда уже протеин стынет. Да ладно, неужели так они и не сыграют? Так, ладно, заходим по серверу, по ссылке, которую дал Мал. Я надеюсь, все-таки он там появится. Ну что, да, Явич пишет, Эвила нет уже почти 20 минут, придется этих поражений оставить, поэтому примем это и продолжим смотреть. Ну вот да, Мал подключается сюда. Наверное, Блайнду тоже стоит кинуть инвайт. Мал уже здесь, на сервере. Вот спрашивает Ника, где он. И, кстати, Граплер, вернее, Блайнд тоже подключается. Ну что, посмотрим. Сразу же взглянем, какие у них элла. Да ладно, мы это зачем показывать? Дубль номер два. Так, увидели элла Мала. Вот, наконец-то. Увидели и у Блайнда, что 1572, но знаем, что он играет не так давно, поэтому это не показатель. Квинтус. А какой смысл в Квинтусах, если черкает карту первый верхний игрок по сетке? Так, ладно, смотрим. ДМ-13 от Мала. Минус. Кстати, Явич пишет, Эйл пришел. Я надеюсь, они все-таки сыграют с плеем, потому что не в обиду плею. Эйл пришел, да, и плей тоже написал, поэтому придется ему все-таки сыграть. Мало спрашивает, HD камера? Нет, ни разу не HD. Нашел старенькую из-за того, что у него есть FireWire. В новой, которая, кстати... Плей негодует. Не уверен, что хочет играть с Эвилом. Есть еще одна видеокамера, которая 60 кадров в секунду, Full HD снимает и так далее, но для него нужен еще один переходник, потому что там есть только USB подключение. Я надеюсь, все-таки соображу этот переходничок. Или просто забью на видео. Так, Blind, как обычно, спешит. Ну, Мал, кстати, пишет, прикольно видно. Прикольно видно, потому что это не веб-камера все-таки, а видеокамера хоть какая. Так, ладно, что тут они черкали? Минус ДМ-13 от Мала, минус Винсонг Кип, как я понимаю, это от Блайнда. Что дальше? Так, минус Айра, минус Сайленс, минус ДМ-6 и минус Т-7. Будут играть ЗТН. Зачем? Почему ЗТН? Поставил бы девушку, а то не хочется смотреть на голову накачанного мужика. Во-первых, я не накачанный, потому что не хожу в спортзал уже года полтора. Во-вторых, я не голый. Да я в футболке, что вы? Вчера на тестовом стриме, да, я был не в подобающем виде, скажем так. Ладно, у нас Мал Блайнд. Картинку я вроде развернул, все правильно. И смотрим, это четвертьфинал. Ну, давайте посмотрим за Малом сейчас.
Так, сейчас, кстати, видим, что Блайнд неплохо шафтит, еще попадает Рейлган, и сейчас Малу приходится уже убегать, потому что опасно. Рейлган он не держит. Да ладно, не вовремя. Так, и все-таки Блайнд делает этот первый фраг, очень не вовремя. Телефон зазвонил, наверное, стоит вообще в такие моменты его выключать, извините. И Блайнд, кстати, еще раз подлавливает Мало на красном, делает очередной фраг. Еще один спаун-фраг не удался. Надеялся Блайнд увидеть здесь на руке планучере еще раз Мало, но нет, такая халява не прокатила. И теперь давайте посмотрим, где Мало сейчас. Отъел он уже 80 брони и сейчас будет пытаться выходить на красный. Сразу же увидел Блайнда, который пытается его подрейлить. Один раз попадает все-таки. Мало, естественно, попадает в ответ, почему бы и нет. И, кстати, сейчас хорошо Мало попадает, когда Блайнд запрыгивал на красный, но все-таки Блайнд допрыгнул. Забрал красный. Мига, видимо, тоже за ним. Ведь так? Да, конечно, есть у нас таймер, я почему-то отвлекся. Ну и что, от этого желтого Мал тоже, вернее, Блайнд отогнал Мало. Так, и что, через 5 секунд Мига, Блайнд уже подходит. Мал немножко поспамил Мегу, кстати, и ворвался, забрал ее прямо у Блайнда из-под носа. Блайнд вовремя ушел, помогла ему еще желтая броня, которая помогла ему хотя бы держать рейл в случае чего. И, кстати, сейчас непонятно, почему Мал так вышел нагло на шафт Блайнда и просто отдался. Так, сейчас у Блайнда кончились ракеты, приходится переключиться на что-то другое. Шафта тоже не так много. Можно понадеяться только на рейлган, возможно, плазму, если это будет какой-то вот такой, допустим, узкий коридор. Но Блайнд неплохо попадает один рейлган и пока отходит на желтый. Красный тоже, видимо, даст Малу просто так забрать, как и Мегу, в принципе. Так. Тихо Блайнд поджидает. Видел Мало, слышал, что он забрал желтый армор. Но, кстати, почему-то не выстрелил. Не знаю почему, хотя была такая возможность. Вот сейчас... Ай, лучше все-таки в этой... С этой позиции Мало попадал. И теперь тоже может забрать легко Мигу. Красный, наверное, тоже он успеет забрать. Вот теперь, кстати, что? Друг, ты сюда запрыгнул. И что? Все равно придется спуститься и... Ну, хотя, все правильно он сделал, потому что Блайнд был на рокет-лаунчере, и таким образом он просто услышал, что Мал уже на платформе, тем самым отогнал Блайнда. Без проблем потом можно было спрыгнуть вниз и забрать этот армор. И, кстати, вот фанат, который, видимо, знает, как Блайнд играет, пишет... Как же можно было начеркать ZTN с Блайндом-то? Ну а сейчас, кстати, Мал уже хороший стек себе наел. Полностью отбил контроль. Давайте посмотрим у Блайнда. Кстати, 100 на 150 у него тоже есть, поэтому можно как-то сдержать натиск Мала. Вот первая хорошая ракета, вторая мимо, и сейчас надо все-таки уходить в телепорт. Как же все-таки разыграет эту позицию Блайнд сейчас? Да, вот так, попытался все-таки Блайнд отойти на Мигу, зачем, непонятно, потому что она не так скоро респаунится, и приходится отдать фраг. Так, Мало все-таки, наверное, подождет Мигу, попробовал как-то подрейлить Блайнда на красном, увы, не получилось. О, и, кстати, хорошо встретил сейчас Мало Блайнд на этом желтом, но все равно этого не хватило, Мало забирает желтый и просто по стеку он перебрил Блайнда. Ну что, снова Мал стоит на красном, тайминги у него есть. Слышал сейчас, что Блайнд находится на платформе с гранат лаунчером. О, кстати, хорошую контрольку попадает на минус 50. Рейлгану вымажет, и Блайнду просто приходится отойти. Не знает он никогда, спаунится Мига. Так, а Мал контролит все довольно неплохо. Сейчас слышал, что все-таки Блайнд ушел отсюда, забрал желтую. И
кстати, да, уже 130 армора у Блайнда тоже есть. У Мала не намного больше, буквально на 70 хитпоинтов преимущество, но сейчас он очень хорошо может встретить Блайнда. Нет, спалил свое местоположение, теперь Блайнд просто так не выйдет. А, без проблем, Мал спрыгивает. Странно еще, почему он не раскидал гранаты, которые мог тоже Блайнд поймать, когда выходил в телепорт. Но и без этого, в принципе, Мало неплохо живется. Единственное, надо все-таки ракет-лаунчер пополнить. Неплохие ракеты от Блайнда сейчас, но и Мал получил тоже прямую. Сейчас даже непонятно. Нет, Мал все-таки давит, чувствует он, что могет. И таки да. Смоги. Проверяет, где Блайнд может его поджидать. Не берет сразу же желтый. И сейчас все-таки делает рокет джамп. И начинает атаковать уже Блайнда, который на плюсбеке неплохо ракетами так надамажил Мало. Сейчас, правда, ракеты у Мало кончились. И сейчас очень был хороший момент для Блайнда. Мог он как-то подстрелить Мало, который прыгал на красный. И тогда бы это был фраг. В чатике спрашивают, ну что, Мал... Ой, Дарк, как всегда, поставил на Мало. Я сегодня, увы, не ставил ни на кого. Как-то слишком рано сегодня поставили сеточку. Я немножко провтыкал с предикшенами. Ну и сегодня всего как-то 8 человек, достаточно мало. Я не знаю, почему так резко вдруг вовремя закрыли регистрацию. Хотя могли там подождать и до 15 минут, в принципе. Я думаю, это небольшая проблема. Но все равно, главные герои у нас есть. Это Мал, Эвил, Агент и БЗД, кстати, тоже сегодня участвуют. Эвилу уже зачитали техническое поражение, но не вздумайте сразу же выключить стрим, потому что он вернулся спустя 20 минут, и все-таки его восстановили на турнире, и он сейчас играет с Play.ua. Да, кстати, Блайнд сделал один фраг, сравнял счет, и теперь... Пытается Мало еще раз как-то прогнать. Мало непонятно, почему наткнулся на Блайнда сразу же с респауна. Так, и кстати, ой, как Блайнд, интересно. Мало так немножко пошафтил, и Мал просто испугался, убежал от Миги, хотя была возможность у него забрать. Хотя, может, он там и умер, как бы сложилась ситуация, мы уже не узнаем. Но Блайнд его хорошо переловил на желтом арморе и сделал фраг. Сейчас еще немножко нашафтил, и тут неплохой рейлган. Стандартный, но все-таки который нужен для того, чтобы делать фраги. И, как видим, Мал-то сливает. Вот вам и Блайнд. Вот так недооценивать соперников. Как бы, да, у Мала Элло 2200, у Блайнда 1500. И вот вам, пожалуйста, неожиданный результат. Вот Шторм пишет сразу же, да выделывался. Дело не в том, что... Дело не в том, что он выделывается. Дело в том, что Блайнд хорошо играет ZTN. Он достаточно неплохо играет. Очень давно он играет в Quake. В Quake Life играл не так много, но, в принципе, ZTN-то он везде ZTN. Ну вот, как-то так. Ладно, сервер выключается, и... Что у нас? У нас начинаются одни вторые потихоньку. Давайте посмотрим на сеточку, кто тут расставил уже. Кстати, да, агент БЗД, есть у нас время посмотреть, пока Эвил играет. И давайте сразу же будем переключаться и смотреть. Так, ну, Блайнд пишет, всем спорт. Поэтому... Всем спорт. И, кстати, да, наверное, он покидает турнир. Не знаю, пропустит ли дальше Мало или просто засчитают ему потом техническое поражение, когда он будет играть с Эвилом. Ну, а пока смотрим. Агент БЗД, почему бы и нет. Я думаю, будет интересный матч.
Так, что у нас тут? БЗД отключился? Да ладно, как так? Так, БЗД что-то написал, сейчас я это... А, я не знаю, как БЗД мог начеркать Silence против агента. И поэтому как бы сразу GG и такая чушь. Так, надо админам написать, может они как-то все-таки разрешат БЗД перечеркать. Это, конечно, вне правил, но кто его знает, может пойдут на это. Но, скорее всего, нет, не будем отклоняться от регламента. А, кстати, вот, пишут, если агент не против, то пусть перечеркают. Кстати, да, надо сейчас агенту написать. Может, он смилостивится над БЗД. Так, что у нас тут в House of Decoy? Выходим с этого сервера, делать нам тут нечего. Агент молчит. Ну, агент пишет, может ему еще и победу отдать. В каком-то смысле он прав. Поэтому тут на него, конечно, давить не стоит. Blind пишет, у него тренировка, поэтому... Одолев мало, что, я думаю, никто не ожидал. Он просто берет и покидает нас. Увы. Очень обидно, что не сможем мы посмотреть агент БЗД. Хотелось бы очень сильно посмотреть. Давайте все вместе сейчас просто заспамим агента. У кого есть его данные? Quake Life, ВКонтакте. Там. Просто пишем все, дай БЗД второй шанс. Так, а что тут в чатике пишут? Что-то много-много пишут. Ну ладно, я к этому еще вернусь, а сейчас... Ладно, БЗД пишет, забей, на новом мапуле будет интереснее, на нормальном. Который, я думаю, все-таки мы увидим в сентябре, это... Там точно не будет Винсонга, там точно не будет ДМ6. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. ДМ6 норм пишут. Вы шутите? ДМ6 норм была в Quake 3. В Quake Life как-то небалансно. Имхо. Ой, ладно, тут уже Ника начал вступаться. ДМ6 не норм, она супер. На вкус и цвет. Просто проводим голосование и... Уже смотрим. Кстати, давайте сейчас это и сделаем, пока есть время. ДМ6 норм. Да, нет. Я демон. Голосуем. Да, да, норм. Как скажете. Хм.
кстати, вот, нормальный, адекватный человек Минио пишет, она и в Q3 была небалансна. Но все-таки играли по старой памяти, поэтому... Все-таки надо отдать карте должное. Ну и Bet You Don't Bet признался, что он демон. Кто бы сомневался. Так, что-то мы отвлекаемся, давайте посмотрим. Эвил тоже попал уже в полуфинал, агент в финале. Очень жаль, что не увидим мы, как он играет с БЗД. Мал Блайнд... Эвил сразу проходит в финал. Что за лол? Что за лол? Давайте играть хоть финал БО5, что ли? Ох, какая чушь. Ладно, давайте проходим по агенту. Там в любом случае будет на что посмотреть. Кстати, агента нет онлайн. Да вы шутите? А, вот, появился, наконец-то. Нет его на серваке, сейчас ждем и подключаемся по нему. Включай демки. Какие демки, вы о чем? О, кстати, замечательно. Все-таки Блайнд смилостивился над Малом. Он его выиграл, но все-таки пропустил дальше, потому что самому ему надо уходить на тренировку. И Мал все-таки сыграет с Эвилом. Ну, хоть что-то. Тогда заходим по... Эвилу. И будем смотреть. Что за трава растет? Да тут много всякого. Пока меня не было дома, тут мама обжила мою комнату, поэтому здесь везде разная зелень. Так, и кстати, Dark, глянь в ВК. Да у меня сейчас время есть, я могу глянуть. Не до конца понял, что хотел мне донести человек, один из зрителей, кстати, который вчера подкидывал очень хорошие идейки, за что ему большое спасибо. Так, ладно, к этому вернемся позже. Dark Run и Police, что за трава нас смотрит МВД? МВД? Я в Украине, поэтому у нас это называется немножко по-другому. Так, сейчас будет минус один человек в чатике. Провоцирование. Так, что мы видим? Плея что-то пишет. Где игры? Нет игр, мы ждем сейчас, пока Эвил сообразит сыграть с Малом. Все-таки, кстати, Мал уже на серваке. Наверное, это что-то да значит. С паролем. Ну, я надеюсь, пароль у него стандартный. Министерство по выделению сала. Люди, о чем вы? Какое сало? Почему, если украинец, значит сало? Что за стереотипы? Я вас умоляю. Так. Что мы тут видим? Мал на серваке. Сейчас сюда же зовем и Эвила. А, Мал сразу же спалил пароль, но в принципе это стандартный пароль, поэтому кто играл с Малом, я думаю, должен знать. Любишь сало? Нет, не особо. Не любишь сало? Ты не украинец, да? Кстати, да, Костик дело говорит, я это озвучивать не буду, но все-таки в этом что-то есть.
Сало с водкой. Тем более, какая водка? Вы что? Кстати, вообще за такие слова банить надо. Не люби себя в сале, а сало в себе. В чем суть? Это я вот просто комментарий читаю. Так, Мал есть. Арсений, Баунс. Нет Эвила. Все еще ждем его. Да хорош уже пишут. Конечно, хорош. Мы просто ждем, пока Эвил соизволит зайти на сервак. Ох, какую чушь вы иногда творите в чатике. Что россияне имеют против украинцев? Ну вот просто никак. Просто как человек к человеку. Какие вот могут быть претензии? То, что у нас немножко дебильное правительство. О, господи, за мной уже выехали. Так, ладно, есть у нас Эвил, поэтому посмотрим все-таки полуфинал. Второй. Ты хочешь об этом поговорить, Даркра? На самом деле нет. У меня карпатские корни. Юг Украины, как бы. Игру хоть успеем досмотреть. Да, конечно, мы сразу же перейдем в полноэкранный режим, как только начнется игра. А пока вот хорошая заставка. Quake Life. Just leave. А правду говорят, что в украинских автомобилях отсутствует педаль газа. Ха-ха. Как смешно. У нас не то, что педаль газа, у нас... У нас автомобили на газу ездят, потому что бензин у нас намного дороже, чем у вас в России. Педаль сала. Ох, шторм. Ты рискуешь. Всем сало. Just leave. Просто уходи. Да ладно. Что-то вы не так понимаете. Просто живи. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас тут черкают. У нас тут, так, немножко поговорили-поговорили. Ни о чем, в принципе. Так, и смотрим. Минус ДМ 13 от Мала. Все правильно. Минус Винсонг. Минус Айра. Минус Сайленс. Ну и что дальше? Да, хорошо меня исправили, что Live Life все-таки читается по-другому. Ну, простите, да, здесь на самом деле немножко налажал, но вы меня простите. Live Life. Live может и как Live читаться. В общем, успокаиваемся. И начинаем смотреть Evil, Mal. Все еще вармапится, карта у нас турнир 7, агент ждет уже в финале, поэтому сейчас посмотрим, сможет ли Мал, украинец, который... Ладно, не буду начинать такие прохладные темы, как в чатике. Ура! Наконец-то у нас игра, переключаемся в полноэкранный режим и смотрим второй полуфинал. Еще раз повторюсь, что это Мал Эвил.
Ну и давайте посмотрим. Наверное, понаблюдаем сперва за малым. У него есть уже красный. Эвил не стал делеять мигу. В принципе, все правильно, чтобы успеть прибежать еще и на красный, а потом и на мигу как бы подоспеть. Так, ну что, Мал уже ждет снова второго красного. Сейчас посмотрим, даст ли ему Эвил забрать его. О, кстати, неплохо Мал подкараулил Эвила, но все равно приходится отдать красный. Сейчас Мал приходится просто прятаться за этими колоннами, потому что нет у него шафта. И, кстати, вы посмотрите, за мигой Мал как знал, что Эвил ничего не делеял, и просто прыгает и забирает мигу. Сейчас... Была возможность еще домашнить Мало. Нет, разошлись. 4 хитпоинта. Нет, Эл просто так Мало не отпускает. Но сам выживает на 34 хитпоинтах. И сейчас ему уже надо как-то не ломиться на Мало. Потому что, тем более, Мало повезло с респауном. Он забрал сразу же красный. И сейчас у Эвила очень нехорошая позиция. Всего лишь 50 хитпоинтов, которые легко Мал сбивает просто рейлганом. Давайте сделаем просто. Кто будет вот такие провокационные посты кидать в чатик по поводу Сала и украинцев, просто будет улетать в бан, потому что, ну, это просто некрасиво, согласитесь. Так, ладно, смотрим. Сейчас Мал врывается вперед. По стеку он сильно слаб. Но вот сейчас, если ему удастся забрать эту мигу... Ох ты, как он выпрыгнул. Эл просто не ожидал этого. И у него тоже оставалось очень маленькое количество хитпоинтов. Мал еще успевает сходить за аптечкой. Ух ты, сейчас главное вернуться все-таки на мигу вовремя. Красный придется отдать. Но сейчас 200 хитпоинтов у него есть. И это не так плохо, даже при том, что он отдал красный. Так, ну и что? Желтый респаунился, Мал это слышал, и вот сейчас как он будет разыгрывать? С красного все-таки уходит, патроны к рокет-ланчеру можно было бы и подобрать, чем он сейчас будет, кстати. Услышал он, что Эвил наверху, и почему-то без проблем пришел на красный, Эвил ему ничем не помешал. Ух ты, сейчас непонятно, как Эвил слетел с миги, не поднял ее. Но Мал тем временем без проблем забирает, правда, уходит совсем битый, 15 хитпоинтов. Дотянулся шафтом все-таки до Эвила, сделал фраг. И успевает на красный, на котором уже находится Эвил, и забирает его. Надо было Малу, наверное, идти за аптечкой, которая лежала немножко правее. Ну что, теперь у Эвила есть 100, 100 на 100, в принципе. Мал, кстати, тоже уже отъел один... Один ведь? Или два? Нет, один желтый он забрал. Попадает, кстати, хорошую гранату на плюс бэки Эвилу. И сейчас уже Эвил немножко попятился назад, подъел немножко аптечек и на красный уже не пошел. Так, сейчас этот желтый тоже в плюс Эвилу, и теперь у него довольно неплохой стек. У Мала... Есть красный, в принципе, и сейчас стеки равные. Но Эвил находится очень близко к красному, отогнал отсюда Мало и без проблем забрал его. Есть нижний желтый, кстати, который только что Мал подобрал. Ну что, следующий респаунится Мига. Без проблем Эвил забирает. Желтый тоже, хоть я и имел Мал, но... Кстати... Сейчас два рейлгана Мал попадает в Эвила и хорошенько его ослабляет. Непонятно, почему он все-таки не проконтролил красный. Ну, позиция была, конечно, не та, чтобы еще возвращаться. И снова у Эвила 200 брони. Ну, Мал пока, да, не лезет вблизь стреляться с Эвилом, понимает, что опасно. При стеке-то 200 на 200, но вот постоянно из разных уголков все-таки пытается попасть рейлганы. Пока, правда, не так
хорошо, стабильно, как хотелось бы. Так, сейчас его может хорошенько подсадить мало на шафт, если он будет прыгать. И в итоге заходит все-таки в телепорт. Неплохо нашарчат мало. Хотя выпас... Ох ты, какая ракета, которая меняет все. И пятый фраг за малом. Очень неприятно Эвилу, наверное. Он думал, что там он мало должен просто уже перебирать без шансов. Интересно, слушайте, прям... Прям на самом деле интересно. Сейчас все-таки Мал не ушел от шафта Эвила. Я напомню, кстати, что, ну, как бы Мал тоже является фаворитом турнира. Его успел выбить Блайнд в 1/4. Но потом Блайнду пришлось уйти, и все-таки Мал играет с Эвилом в полуфинале. Блайнд ему разрешил, в принципе. Но тот факт, что у Блайнда Элла как бы 1500, а у Мала 2200, показывает еще раз, что Элла не такой уж и показатель. Играли они за ТН, который Блайнд, оказывается, играет хорошо, на уровне. Сейчас Эвил тоже просто на удивление выживает. 29 хитпоинтов у него было. Мал, увы, не попадает в рейлган. Так вот, да. Мал выбил... Ой, Блайнд выбил Мала. Мал сейчас выбивает Эвила. Ну, конечно, утверждать это еще рановато, потому что играть еще 3,5 минуты. Но счет 5-3 как бы пока все равно в пользу Мала. Тут в чатике уже пишут, что как бы Мал фаворит турнира, что случилось с этим миром. Ну, как бы да, Мал довольно часто участвует в этих деликах и выигрывает, в принципе, и агента. И Эвила, по-моему, тоже ему удавалось обыграть, поэтому не стоит его сбрасывать со счетов. И снова очередной фраг за Малом. Как бы Эвил уже и думал, что как-то может ему там повезти, может он перестрелять Мало, но нет. Шотган Мало зарешал в последний момент, 24 хитпоинта, напомню, у него осталось, но все-таки он выжил. Ну вот и снова видим, как Мало просто убивает Эвила. Я не понимаю, что там Эвил ждал на самом деле, он сам себя закрыл там на той позиции. Сейчас немножко попробовал его похамить на красном, но все-таки отошел. Он без проблем его забирает. Забирает и Мигу. Остается один желтый, который Мал тоже... Что происходит? Ну, как бы да. Видели, что видели. Мал уже просто не стрелял. Понял, что с Эвилом что-то не так. И дисконнект не заставил себя долго ждать. К сожалению или к счастью, но в финале сегодня будет играть Мал вместе с Эвилом. Пардон, с агентом. Так, агент спрашивает пароль. Конечно, агенту можно и сказать. Так, ну что, у нас финал тем временем. Мал выходит на агента, и сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Так, агент тоже подключается. Ну что, это, кстати, какой сервер? Дарк, сделай запись финала. Окей, не проблема. Так, ну что? Ага, Малки пишет, что он сейчас пересоздает сервер, потому что этот на Киеве. А агенту, в принципе, все равно, он начинает уже черкать аэро. Ладно, давайте выходим. По-моему, я предупреждал насчет того, что буду банить. Ну что, ферзь уходит первый в бан или не стоит?
Нет никакой провокации, парни просто шутят. К чему тут баны? Freedom UA. Прости, я понимаю, что как бы... Увы. Но Freedom уходит в бан. Хотя это хороший знакомый мой, которым мы с ним живем в одном городе. Посмотрим, как он на это отреагирует. Но все-таки правила, они для всех одинаковые, поэтому... Хорошо ты со знакомыми. Но как? Регламент в чате Good Game, он един для всех. Ну да, вот Play мне сразу же пишет в Quake Life, наверное, что я регламент. Да. Я еще пожалею насчет того, что все-таки забанил его. Но на что не пойдешь ради Good Game. Так, ладно, смотрим. Минус аэра от агента Арсений. Подлизок Good Game-овская, пишет Play. Надо с этим что-то делать. Мне так стыдно, вот. Просто. Ладно, Play пишет, что он просто развлекается, поэтому я надеюсь, он меня простит. Ну а сейчас смотрим дальше. Так, что они в итоге начеркали? Сейчас агент немножко тормозит процесс. Видим, что Мал дропнул также DM13. DM13, Aero дропнул агент. Далее Винсент Кип от агента минус. Минус Silence от Мала, естественно. И агент уже делает плюс ZTN. Вторая карта, видимо, будет Урони 7. Мал пишет, а не рано ли. БО3 как бы у нас уже. А, кстати, Мал только написал Турнир 7, потом сразу же пишет, нет-нет, я ошибся, плюс ДМ6. Окей, пишет агент, поэтому Торни Севен остается на закусочку. Так, ладно, первый ZTN у нас, это выбор агента. На закусочку. Да, сказал как-то неправильно.